though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Я тоже хочу в Турцию. Ай, но нет. Стоило мне, конечно, немалых усилий отказаться от предложения поехать вместе с ними на целую неделю в Анталию. Но я отказался, потому что... Знаете почему? Потому что да. Потому что мы видео снимаем, и это самое главное. Ладно. Всем доброе утро. Начинается новый день. И сегодня день, когда мы... Что мы сегодня делаем? Сегодня мы видео снимаем, сегодня мы в волейбол играем, сегодня мы загораем и еще что-то делаем. В общем, как обычно, летний день. Все, кстати, с началом лета. Сегодня второй день, получается, да. И, собственно, давайте радоваться лету и проведем его так, как никогда не проводили. Надеюсь, мы проведем его очень продуктивно. Надеюсь, мы проведем его очень классно, что мы 31 августа сели такие под окончание лета и поняли, мы провели время не впустую. Поэтому давайте надеяться на это и побежали запись уже. Еще раз. Давай. Раз, два, три. Что-то на видео не уходит. Да блин. Все, еще три попытки и все. Потому что вы здесь более жизненные. И да почему здесь все? Что мы более жизненные. Тебе уже все, блядь, Кирилл указывает на то, чтобы ты только снимал жизнь, блядь. Спасибо за совет, чувак, можешь есть идти. Ты не создан для того, чтобы придумывать сценарий. Ну вот, только снимай и все, больше ничего не делай. Ну да. Не выпускай камеру из рук. Все, уходи. А, я сбила ракурс связь. Блядь, какой горячий медведь. На этом можно и закончить. Ты не снял еще мою новую кофту, так что не закончишь.